Салам алейкум, друзья, любители футбола Премьер-лиги ЛФЛ Дагестана. Мы вас приветствуем в этот прием матча, и мы тоже готовы. Поехали! Звездные команды Премьер-лиги, в том числе и Тарго. Все мы помним этот матч, который завершился со счетом 0-0. И удар! И вот он! Мяч в сетке забивает капитан команды, и быстрый мяч удался! Забил Гамза. Как будто пауза на водопой. И вот штрафный удар. Исполняет момент. Какой опасный! Залететь должен мяч! Да, мяч в сетке! 1-1! Вот это ответ АМС! Вот они, парни! Как быстро ответили! Буквально 2 минуты. Еще один аут. Ну, там, видите, на втором этаже. Ох, опасно как! Пробили рядом со шибочкой, вышло. Передача не удалась. И удары издали рядом со штангой. Как же хороший АМС прямо сейчас. Муслимов. Абакаров, зайди в штрафную, ты мне там нужен. Ну-ка, Фатулаев. Амоев 2-1! Принял! И сразу вторым же касанием пробил. Шамиль Гаджимагомедов. Подача. И вновь низом, и мяч в сетке. Ассист на себя записывает Шамиль Гаджимагомедов. И 3-1. 3-1 забивает за Наполи. Чтобы Дауд Гериханов поплыл в матче, да, что называется. Ох, как опасно. Итак, друзья, возвращаемся на поле. Хотя вроде не должен там играть. АМС. Атаки, момент, хороший удар. И на месте. На месте Гаджи Кадиев. Немного. Убивал Шамиль. И в 4 матчах забил 6 мячей. А здесь Амаев забьет. Нет, забил бы, если бы не... И он догнал Шамиля Гаджимагомедова. Вот здесь атака 2 в 1. Сам забьет Хамза. Да, сделал паузу, но пробить все-таки не решился. Удар и мяч в сетку залетает. Еще один. Курбан Алиев. Мощный. И гол не засчитан. Гол не засчитан, друзья. Подача. Ждем. Есть подача. Удар и мяч в сетке. Вот, ждали мы этого мяча. Да, ради хорошей... Ну, немного можно позволить себе и так сыграть красиво. Муслимов. Муслимов ударит. Удар хороший, Муслимов. Здесь свисток. Поздравляем Наполи с победой.